29 августа в 12:00 на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха будет дан старт увлекательному состязанию, где вы сможете лучше узнать природу родного края, потренироваться в ориентировании на местности, узнать о славянских курганных комплексах, найти древние окаменевшие останки вымерших животных и многое другое. К участию приглашаются команды от 3 до 5 человек возрастом от 9 до 99 лет с обязательным условием не менее 2 представителей молодежи.